Энтикезия, брат. Энтикезия, лунлап. Прими свою неадекватность. Хватит быть умным, ну да. Больше делай, давай. Меньше думай. Энтикезия, брат. Энтикезия, лунлап. Прими свою неадекватность. Хватит быть умным, давай. Больше делай. Меньше думай. Если ты Коля, простой парень, с тобой твоя Зина, да. Ты уверен, в России сложно построить бизнес. Большая конкуренция, рубль упал, кризис. Но ты не балуешься, ты серьезный по жизни. Хватит баловаться. Хватит. Мне не нравится, но я не советую менять динамик. Владею техникой лес и паяльник. Звучит банально, но делай лендинг, пускай трафик. Или иди работай на пятидневный график. Конверсия, звонки поперли, мой трафик настроен. Процент наложенная в норме. Я доволен очень. И для CRM, чек тика ЧСМ. Трек для тебя, если ты знаешь, что это и зачем. Или работа, дом, огород, Малахов и Кея. Ипотека в фокус, вот и прошло время. Вот. Там еще будет немножечко, просто пауза, какие-то спич там. Это что там, оригинальный такой текст, или ты сам придумал? Я придумал. Сейчас подумал. Оп! Здесь любой может стать любым, это закон. Олигарх, балет, щебень и бетон. Башкиев улыбается, Осипов доволен. Если не вышло, торгуй фасолью. Энтикезия, брат. Энтикезия, лунлап. Прими свою неадекватность. Хватит быть умным, ну да. Больше делай, меньше думай, вау. Энтикезия, брат. Энтикезия, лунлап. Прими свою неадекватность. Хватит быть умным. Больше делай и меньше думай. Бум-бум-бум-бум-бум. Такие дела. Нормально.